Привет, друзья! В России улучшат корректируемые авиабомбы серии КАТ-500. Об этом сообщил директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Интервью в конце видео. Сейчас российская авиация использует корректируемые авиационные бомбы КАТ-500СФ. Стоит отметить, их применяют редко. Возможно, из-за стоимости бомбы КАТ-500, это около 3 миллионов рублей или 30 тысяч долларов, или малой дальности сброса до 9 километров. Бомба разработана в 2000 году и предназначена для поражения крупных неподвижных наземных и надводных целей. КАТ-500С наводится по координатам ГЛОНАСС и GPS, которые вводятся на земле или могут быть заданы с борта носителя в процессе подготовки к сбросу. Масса бомбы 560 кг, масса фугасной части 460 кг. Допустимая высота сброса бомбы от 500 метров до 10 км. Скорость самолета-носителя при сбросе бомбы от 550 до 1100 км в час. Бомба поражает цели с круговым вероятным отклонением не более 10 метров. КАБы, чем они отличаются от ракет? То, что у них нет двигателя, да, значит, они дешевле. Но если у них будет маленькая дальность, то они не будут востребованы. Поэтому сегодня наши силы направлены на то, чтобы увеличить дальность приведения, как помехозащищенность еще и точность наведения. Мы над этим работаем, и наши системы востребованы Министерством обороны. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.